В Ненецком округе сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для прибывающих в регион граждан без справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на оперативном штабе по коронавирусу. Наталья Дуркина продолжит. В начале заседания оперативного штаба озвучили актуальную информацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день под наблюдением находится 30 заболевших. 11 находятся в стационаре, в инфекционном отделении 8 заболевших. В реанимационном отделении находится 3 пациента в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам ИВЛ. Из числа этих пациентов 7 – это жители города Наринмар, 2 – поселок Искатели и 2 – жители сельской местности. По статусу состояния 3 находятся в удовлетворительном состоянии, 6 в состоянии средней степени, и, как я уже сказала ранее, 3 находятся в тяжелом состоянии. У 9 пациентов, которые находятся в стационаре, подтверждена ковидная пневмония. 19 пациентов с ПЦР подтвержденным диагнозом получают у нас амбулаторное лечение. Им обеспечено ежедневное врачебное наблюдение, в том числе дистанционное, и они обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме. Смертность от новой коронавирусной инфекции на территории округа не зарегистрирована. Также на территории округа продолжается вакцинация. По итогам первого этапа было привито 271 человек. На сегодняшний день прошли вакцинацию 126. Все они имеют сертификаты. На данный момент осталось 300 доз вакцины «Гамковитвак». Также в течение 2 недель ожидается поставка 1000 доз, а в феврале еще 3000. Что касается режима самоизоляции по прилету, то эта мера сохраняется, однако с небольшими послаблениями. Да, мы эту меру сохранили ввиду того, что сейчас стали жители возвращаться. Вот на сегодняшний день у нас 6 новых случаев. То есть это случаи все привезенные. Для того, чтобы нам обезопасить наше население, учитывая нашу отдаленность и невозможность очень быстро выехать в случае чего, то считаю, что меры это очень действенные. Для того, чтобы нам сохранить наше население и не перегружать систему здравоохранения, эта мера должна быть сохранена. То есть у нас жители, которые приезжают с других территорий, они должны либо предъявить тест отрицательный, что у них они чисто не имеют носительства, либо если они переболели, у них должна быть справка о том, что они переболели, уровень иммуноглобулинов достаточно сохраняется, либо должна быть информация о том, что пациенты привиты. Точнее, не пациенты, а жители. Получить справку о том, что житель региона переболел коронавирусом, можно в поликлинике перед предполагаемой поездкой. Также сотрудники департамента здравоохранения заверили, что вероятность заново переболеть коронавирусной инфекцией очень низкая. Грубо говоря, вот по тем исследованиям, которые есть, учитывая, что инфекция новая, да, она так называется, исследования, вот они длятся у нас, начиная с осени прошлого года. По той информации, которая сейчас размещена в официальных источниках, иммунитет от новой коронавирусной инфекции формируется. Но единственное, что по тем исследованиям, которые сейчас доступны, тот иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания, он несколько короче. Поэтому, и так как это еще процесс изучения, то есть принято решение, что мы вот эти вот исследования иммуноглобулинов делаем каждый месяц, чтобы понять, сколько долго он держится после перенесенного заболевания. Но вот, по крайней мере, на нашей практике такого, что пациент, переболевший подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, заболел повторно, я еще пока такого не встречала. На сегодняшний день пройти ПЦР-тестирование возможно в лабораториях туберкулезного диспансера, а также в медицинском центре «Санавита». Тубдиспансер на сегодняшний день получил 100 тестов и имеет в запасе 650. За новогодние праздники специалисты не отмечают резкого повышения спроса на ПЦР-тестирование. Масочный режим пока еще сохраняется. Для того, чтобы нам отказаться от масок, нам нужно создать хороший коллективный иммунитет, который создается либо большим количеством переболевших, либо количеством вакцинированных. Поэтому чем быстрее мы начнем прививаться, тем быстрее мы уйдем от масочного режима. Оценка состояния уровня заболеваемости ковидом в округе отмечается как стабильная. По словам специалистов, тех мер, которые принимаются в округе на данный момент, достаточно для того, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась такой же скоростью, как в других регионах. В ходе штаба были приняты новые меры для граждан, прибывающих в регион по зимнику. С момента открытия временной дороги на въезд в город развернут стационарный пост контроля, где у всех прибывающих будут проверять наличие справок. Кроме того, оперативным штабом было принято решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста. Принято решение о том, что необходимо продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. То есть те, которые работают, им будут выданы больничные листы еще на 2 недели. То есть это у нас до 25 января продлевается этот режим самоизоляции. И рекомендовано сохранить для сотрудников, которые работают в учреждениях, режим самоизоляции для лиц старшей возрастной категории не менее 30%.
Что касается школьных учреждений, то, по словам Елены Левиной, в ближайшее время переводить детей на дистанционное обучение не планируется. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».